Здравствуйте, замечательные девушки. Скажите, откуда вы к нам приехали и как вам в городе Красноярск? Здравствуйте, привет Красноярску из Владивостока, из Приморского края. Город ваш очень нам понравился. У нас, конечно, море, а у вас река, и это очень отличается, и отличается сам город, сама энергетика города, она такая, город сам чистый, приятный. Что-нибудь дополнишь? Да, город мне очень тоже понравился. Город развит, да, и культурно очень богатый, и видно, что у вас здесь ухоженный город, чистый. Это очень для нас ценно, потому что в нашем регионе не всегда соблюдается это. Поэтому очень довольны, и погода очень нас порадовала. Вот поэтому спасибо вам большое. А больше никто не порадовал? Россия, да, просто умничка, да. Умница, красавица, прям очень все интересно рассказала, показала. А, конечно, за 2 часа мы не все посмотрели, но основное мы увидели и восхищаемся и городом. И поэтому спасибо вам большое за экскурсию. А если вас спросят, хотите ли вы приехать еще к нам в город? Хотим. Мы еще не все посмотрели. Ну да. Все, на следующей неделе ждем.